вещам. Брат, будешь рад, Ривьера, Клаб, Гамора, рап, хип-хапов, плакат, чека пока только так. Июля 30-го дата, в прокат света не надо. Мейсон на Ривьере, Андер, будет долбить как надо. С пустого места дал, лес рук давит зал. Капалек на минуса, я написал, а ты списал. Зависнет на спортивный саунд. Сделай вывод сам по выражениям своего лица. Yeah. А йо, лови такой расклад. 4 MC в деле. В тот день 30 июля в мой сценарий верю. Я и твой Майк Джи как следует застелим. Там без канители. В шестой день недели Гамора на сцене. Все так же полным составом. Все так же стелим стерео. Свой сторителлинг. Давай по-честному, я как и ты любитель нала. Но 30-го числа достану слово из кармана. Я тут не один, со мной писатели моего клана. То, что выше сказано, давно должно дойти до крана. Это Тольятти, дикий ритм, дикий-дикий запад. Я как дикий Стаффорд, пру на звук или я пру на запах. В итоге все, мы будем все и будет много песен. На Ривьере 20 по нулям, площадка летний Мейсон. Все под контролем Мейсон, на Ривьере в 20 часов. Мы ждем только тебя, снимай лобой с расчетных счетов. Осталось 10 дней до выхода на сцену отцов. Большой концерт Гамора, будет много лютых хитов. Самарских берегов рэпчина 2000-х школ. В полном составе наши флейвы, мы качнем танцпол. Ту самой толпой, которой в жизни повезло. Подтягивайся на концерт, заценишь новое музло. Тянем не всем, господам.